Всем привет, меня зовут Федор Васильев, мы продолжаем с вами изучать системы JCASA, урок номер 32. В этом уроке я хочу вам показать, как мы можем скрывать модули в системе JCASA, те модули, которые нам, например, не нужны, чтобы они отображались на мобильных устройствах. Давайте посмотрим, например, слайд, вот этот слайдер, который мне не нужен. То есть вот сейчас имитация мобильного устройства. Мы смотрим, видим слайд, поворачиваем, например, телефон. Ну, например, на мобилке он мне никак не нужен. Скажем, если модуль категории взять от системы JCASA, то он скроется сразу без проблем. Сейчас я покажу, как это делается. Но вот именно слайд, он не скроется, его нужно обновить. Вышел модуль uMarket Carousel в версии 1.1. Если вы приобретали шаблон uMarket, вы можете скачать обновленный карусель со своего аккаунта системы JCASA. То есть, откуда вы выкачивали этот шаблон, просто зайдите и скачайте последнюю версию. Я лишь покажу вам, как это все сейчас делается, как скрыть эту карусель. Переходим в админку нашего сайта, переходим расширение, менеджер расширения установить. Устанавливается обновленная карусель, как обычно. То есть, прямо поверх старой карусели я перетаскиваю архив с новой версии карусели. Просто также устанавливаю поверх и все. Переходим в расширение, менеджер модулей. Отсортирую сразу по опубликовано. То есть, если мы с вами не обновим uMarket карусель, то она скрываться на мобильной не будет версии. То есть, там специально обновленный код, который позволяет скрываться на мобильном устройстве. Давайте посмотрим, как это делается. Вот он, uMarket карусель. Заходим. Переходим в дополнительные параметры, и в суффиксе CSS класса модуля нам нужно прописать вот такой вот параметр. Все, после сохранения у нас модуль должен скрываться на мобильном устройстве. Давайте посмотрим. Здесь можно нажать сочетание клавиш Ctrl F5. Страница обновляется, переходим в просмотр кода. Видим, что у нас модуль категории и ниже или выше отсутствует слайдер. Все, мы его с вами отключили. Таким образом, вы сможете на мобильном устройстве скрыть любой модуль JCASA. На этом данный урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным, интересным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании под этим видео. На этом здесь все и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.